Осенняя рыбалка на Жереха привлекает многих рыболовов-любителей и людей, увлеченных спортивной рыбалкой. Закрывать сезон на открытой воде в ноябре с таким активным хищником, как жерех, – одно удовольствие. Многие заядлые жерешатники считают, что осень – лучшее время для ловли их излюбленной рыбы. За лето жерех отъедается, прибавляет в весе, обретает свои лучшие бойцовские и вкусовые качества и клюет значительно активнее. Жереховые хватки зачастую происходят во время приводнения приманки, причем поклевки настолько сильные, что спиннинг вырывает из рук. Впрочем, осень – понятие растяжимое. В южных регионах успешнее всего жерехов ловят в октябре-середине ноября, до так называемой шуги. Шуга – это мелкий рыхлый лед, появляющийся перед ледоставом. Пошла шуга, оно бы и ловилось, но просто блеснул, закидываешь, она в шуге путается и рыбалки нет. Бывает, что 30 декабря приезжаем, поймали свежих жерехов на новогодний стол. Вот. Хе, котлетки, икра и так далее. Как ни странно, с наступлением морозов жерех не скатывается в глубокие ямы с медленным течением. По крайней мере, не всегда и не везде. Зачастую его можно обнаружить на ровных участках реки с достаточно сильным течением и с глубиной 2-4 метра. Поскольку рыбья мелочь зимой такие места избегает, остается сделать вывод. Для жереха кислородный режим зимой важнее пищи. Первая рыба! Клюет из-под берега на вертушку. Вот. Чем ближе к берегу попадаешь, тем быстрее поклевка. Жереха много, сходов много. Вот. Ну, рыбалка шикарная. Осенняя рыбалка на жереха – это просто песня. Продолжим рыбачить. При ловле на быстрых реках опытные спиннингисты советуют замедлять движение приманки вплоть до полной остановки на границе струи и тиховодья. Но если на пути блесны попадаются темные пятна травы или небольшой участок илистого дна на песчаном или глинистом перекате, скорость проводки следует увеличивать, так как осенью жерех любит скрываться именно в таких местах. На остров первая разведка, попробуем, здесь глубина хорошая и жереха, и судака. По судакам сегодня эксперт Стас Рышевский, по жерехам я и мой друг Кай, и поехали рыбачить. А кто тебя привел в рыбалку? Ну, есть у меня дядя один, который очень это дело любит и приучает нас понемногу к этому, к мужскому занятию. Вот стараемся что-то поддерживать. Ходим, рыбачим, ловим. Маленьких отпускаем, больших забираем. Спортивная рыбалка. Чистый воздух. Интерес спортивный. Самое лучшее времяпровождение. И занять себя в свободное время. Как жена относится к твоему увлечению? В целом позитивно. Лучше, чем остальными увлечениями. Собралась отличная компания. Телеканал Туран-ТВ вместе с приглашенными гостями выехал на одну из самых интересных для рыбалки рек – Или, чтобы попытать рыбацкое счастье в охоте на жереха. Приехали наши друзья, естественно, наш друг Станислав Рыльшевский. Мы выехали за Бахты, буквально 200 километров от Алматы. Вот она, Или. Дождь шел сильный, сейчас прекратился. Есть все как бы предпосылки, что жереха мы поймаем. Жерех – житель равнинных рек, избегает водоемов со стоячей водой. Предпочитает держаться у поверхности, на течении, в устьях впадающих мелких рек и после перекатов. Молодь жереха питается червями, мелкими ракообразными и насекомыми. Однако, вырастая до 30-40 сантиметров, жерех уже становится типичным хищником. Поедает мальков рыб, но продолжает питаться крупными насекомыми – жуками, бабочками, стрекозами, в меньшей мере червями.
Обладая беззубым ртом, жерех питается небольшими рыбками. Погода в этот день была пасмурная, накрапывал дождь. По многим приметам, клев в такую погоду должен быть отличным. Вот-вот. Короткий. Он у тебя как-то взялся. Да, хорошо. Так. Буквально минуту не клевало, а для наших московских гостей, друзей наших, коллег, это вообще чудо. Вот смотрите, как он хорош. Так. Держу. Так. Ну вот, опять та же история. Но хотелось бы сделать так, чтобы рыбе было не так больно. Поэтому медленно-медленно за кончик, как Стас говорит, цевья. Рыбе практически не больно. Она очень крупная. Отпускать ее жалко, но у нас принцип поймал, поцеловал и отпустил. Не то, что наш друг Маргулан. Поймал, пожарил и съел. Мы по-другому сделаем. Иди. Погода сыграла на руку участникам рыбалки. Клев в этот день радовал, а рыбацкий принцип «поймал-отпусти» действовал безотказно. Вы сами помните, что у нас рыбалка спортивная, поэтому помните, главное поцеловать и нежно, нежно отпустить. Как я люблю этот момент! Фантастика! Сегодняшняя рыбалка показала, что надо идти сплавом, потому что жерех сегодня как никогда, он такой странный, очень боится шума. Поэтому мы идем сплавом, и тут, в принципе, стратегия выбрана хорошая. Сейчас опять поднимемся еще так где-то метров, наверное, на 800, на 900, и вдоль берега пройдемся при выключенном двигателе. Ну, успех обеспечен, мы уже удовлетворены. Правильно, да, Стас, да? Ну, в общем, да. Тактика какая? Я думаю, что дойдем... Вот как правильно ты сказал, 800 метров, да. Где коряшки начинаются. Да. И оттуда. И тихо сплавом будем. Да, но не близко к берегу. Все, метров 35-40. 30? 30. Пойдет, да? Ну, сейчас посмотрим. Давай. Рыбалка сегодня супер просто. Жерех сегодня сопротивляется, жадный такой. Те, которые меньше 2,5-3 килограмма, мы вообще даже не подпускаем к лодке, отпускаем. Утро следующего дня. Иней указывал на ночное понижение температуры, а ласковое утреннее солнце – на отличную погоду в предстоящий день. Настроение у всех участников рыболовной экспедиции было отличное. Даже Иней на лодках подогревал интерес к предстоящему выходу на воду. Это удар на себя приняла, ваша даже не замерзла. Ну давай, есть. Утро второго дня, каждый занимается своим делом, слегка подморозило, лодки немножко так инеем подкрылись, и каждый имеет шанс сейчас поймать судака и приводит в порядок свое маломерное судно, лодку. Мы тоже вымываем лед, песок, потому что комфортно рыбачить всегда красиво. И только в чистой лодке, на чистой воде будет хорошая рыбалка. Первые заморозки, вот лодочку оставили на улице, полностью покрылось инеем, где-то минус 5 было так, походу. Вот туман уже спадает, сейчас туман уйдет совсем, и начнется рыбалка хорошая. Будем ловить жереха. Но приехал Рождественский Станислав на судака, и нам, может быть, шансов не останется что-то поймать после него. Ну, туман как-то очень быстро исчезает, а когда подошли к воде, была красотища такая. Ну, это вы, конечно, увидите. Сейчас посмотрим. Пока мысли наши лежат как бы ниже по течению Или. Потому что там есть такая стеночка, как говорят наши друзья, ну, почти что местные рыболовы, утверждают, что там под этой стеной как раз должен сейчас стоять судак. Вот основной объект нашей сегодняшней охоты. Осенняя рыбалка на жереха состоялась. Звезды на небе сошлись, река Или текла в правильном направлении, и суеверные рыбаки испытали то самое рыбацкое счастье от ловли рыбы в это прекрасное время года. Да якорь свой мы не привязали. Якорь Олег бросил, он улетел вон там.
у каждого участника рыбалки на Жериха надолго останутся впечатления от увлекательного мероприятия. А интересные моменты будут не один раз пересказаны тихими семейными вечерами женам, друзьям и детям. Рыболовные приключения продолжаются. Вот он жерешок мой осенний на реке Или. Вот он, красавец, осенний жерех на реке Или. Приезжайте, рыбачьте, получайте удовольствие. И смотрите телеканал Туран ТВ. Или в очередной раз удивила. Замечательная река. Вечерка подарила просто сказочную рыбалку, когда, ну, я не знаю, может быть, на каждый полуторный заброс садился жерех. Причем жерех такой нормальный, солидный. Не сказать, что гигант, но от 2 до 4,5 это вполне достойный результат. А жителю столицы России, так это вообще просто сказка. Вот в ноябре, я не знаю, жерех, получается, жирует и очень хорошо клюет. Вчера мы приехали сюда в обед и вышли на рыбалку первый день. И скажу, рыбалка получилась отличная. Я даже одного судачка поймал. Но вода относительно такая не холодная, но жереха надо искать по реке. Вот мы вчера прошли 2 километра вверх, нашли стайку, половили немножко. Потом вообще нашли стаю такую, что кидаешь, есть. 5 забросов, 4 жереха, это железно получалось. Поменялся ветер, вышло солнышко и рыба забастовала. Вчера было пасмурно. Вот, ветра почти не было, рыба ловилась просто сумасшедшая. На каждый заброс, на вертушку шикарно шел жерех, причем крупный. Сегодня вперемешку крупный, мелкий. Но все равно рыбалка удалась. То есть на то она рыбалка, чтобы найти рыбу, придумать, как ее обмануть и наловить. Настроение сильно поднялось, потому что был хороший такой клев, мощный, никто не ожидал. Сегодня, наоборот, вроде погода обалденная, хорошая, солнце, туман рассеялся. Ну, чуть-чуть меньше поймали, чем вчера. Но самое главное, мы их поймали, отпускали и поймали с удовольствием. Это супер. Наши гости довольны. Поэтому я считаю, что праздник рыбака, который у нас сегодня состоялся, он был такой хороший, нормальный, насыщенный. Основные 2 позиционные особенности ловли жереха именно на Или здесь – это либо косы, которые идут, ну, можно так сказать, посередине реки. И вот на краях, на свалах, переход с, как мы говорим, мелика на глубину. Вот эти вот места хорошо себя показали. И береговые зоны, где практически сразу начинается ступень. Ее даже нельзя назвать первой бровкой. Вот, наверное, между ступенькой и первой бровкой основная рыба была взята. Ну, еще могу сказать, что ветер, который идет по течению, я пока не сильно разбираюсь в розе ветров местный, но ветер, который идет по течению, отгоняет жереха от берега. А ветер, который идет перпендикулярно течению реки или либо идет навстречу течению, дует, вот он, наоборот, дает возможность более активно ловить в береговой зоне. Я доволен. Я очень доволен. И тем, что я на Туран ТВ, и тем, что я в такой замечательной компании провел 2 суток из жизни, отпущенной мне Господом. Спасибо большое реке, спасибо большое ребятам. Ну и вам, зрителям, которые потом будут смотреть, кто-то завидовать, а кто-то подсмеиваться. Это нормально. Что-то получается, что-то не получается. Но я считаю, что эта поездка у нас вышла просто замечательная. Спасибо всем. До встречи на Туран ТВ.